Привет. В этом видео хочу показать, как сделать периодические анимации в OBS, чтобы, например, там ссылочки какие-нибудь показывались или, не знаю, баннеры, ну, что-то подобное. Итак, для начала надо сделать сами баннеры. Сохраняем в PNG. И теперь, чтобы у нас получалась периодическая анимация, надо сохранить еще и пустой слой. Вот, это у нас будет 4. Для того, чтобы у нас анимация не прям по кругу воспроизводилась, а с каким-то перерывом, для этого мы берем наш файл 4, да. Жмем Ctrl-C, Ctrl-V, 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 Ctrl-V. Ну, мне кажется, должно быть достаточно такого количества. Чисто для примера. Дальше, в OBS. Блин. Черт. Ладно. Надеюсь, это не сильно помешало, вот эта вот плашечка. Так. Добавляем. Добавить слайд-шоу. По идее, должно нормально, да, записываться вроде. Ну да, да. Слайд-шоу. Подписываем его там, не знаю, анимация, да, пускай будет, пофиг. Далее. Добавляем нашу папку сразу в конец. Файл изображения, да, добавить папку. Выбираем нашу папку, которую мы только что сделали, выбрать. Да, все, вот. Повтор. Все. Смена. Давайте обрезку сделаем. Чисто для примера. И скорость перехода. Так, и длительность. Давайте поставим, не знаю, там, пускай будет 200 миллисекунд. 200 мало, давайте. 800 миллисекунд. Вот. Вот таким вот образом это делается. То есть дальше можем отмасштабировать их до нормального размера. И в зависимости от количества пустых слоев у нас будет промежуток между ними меняться. На этом все. Спасибо за просмотр. Конец. Да.